Перед вами Базил. Я помог этому типу убить совершенно безобидного человека. Однажды он получил пулю в голову. И это событие слегка изменило его жизнь. Пулю из головы надо бы вытащить. Не получится. Хирург сказал... Монетка есть? Орел! Окей. Ничего не трогаем. Иди со мной. Есть семья, которая тебя примет. Ручки все помыли? Да-да. Ну-ка. Одни собирают, другие сортируют и чинят. Все при делах. Эй, старый, чё, бесить меня вздумал? Вы, должно быть, гимнастка. Нет, ящик для зелени. Ладно, чё ты задумал? Хочу найти производителя пули в моей голове. У него пуля в голове, так ведь отличный сувенир на память. Ай, Моська, знать она сильна. Бей-бей, там титан. Что лает на слона? Устроим блицкриг. День за днем. Бесконечная суета. Что, заглотили наживку твоей акулы? В процессе. Пока что в лесной водим. Новый фильм Жан-Пьера Жене. Готов ко второй части, Ремингтон? Куй железо, пока горячо, флаг в руки, барабан на шею. Господи, вразуми его. Брат! Брат, ты всем командуешь! Командир! Я ранимая душа в гибком теле. Вряд ли этого будет достаточно. Бесконечная суета. Где, как и когда? С 8 апреля в кинотеатрах. Да, ну, да.